До 1 ноября будет привезена блочная котельная для того, чтобы обеспечить теплом все здание. Оно запроектировано таким образом. А это отопление централизовано? Да, оно тоже централизованное. Блочная – это узел, тепловой узел, который производит распределение тепла по стоякам, по всем зданиям. Потому что здание фактически состоит из трех частей. Это хозблок, это двухэтажное здание и пятиэтажное здание. Значит, полностью должно быть до 1 ноября выполнены работы по кровле, полная замена кровли с утеплением, как положено. Очищен полностью фасад, должно быть произведено инъектирование и подготовка уже фасада для монтажа системы подвески вентилируемого фасада керамогранит. Также внутри должны быть проложены сети теплоснабжения для того, чтобы теплом обеспечить каждое помещение. Закончены все демонтажные работы. Должны быть сделаны уже отливки полов до 31 декабря. Должны начаться выстраиваться перегородки и полностью заменены все окна. То есть мы закрываем полностью контур. Мы обеспечиваем тепло здания и спокойно в зимний период производим все отделочные работы. С зиму мы выстраиваем все перегородки, сделаем заливку полов и начинаем готовить помещение уже под чистовой отделку. И, соответственно, делаем полностью чистовую отделку по всем помещениям. Завозим, конечно, оборудование, которое у нас монтируемое, то есть оно входит в состав, скажем так, недвижимого имущества. Делается у нас полностью новая кухня. И фактически мы все работы должны до 10-го закончить.